палатке. Цель правильно ее установить, натянуть и так далее. Наша съемочная группа находится на территории детского оздоровительного лагеря «Лесные поляны». За моей спиной проходят соревнования по спортивному туризму. На время и правильность выполнения ребята бегут дистанцию, складывают палатку и даже разводят костер. Давайте посмотрим, как это происходит. Дистанция очень хорошая. Сам по себе, как я занимаюсь, уже 8-й год в сентябре будет туризм. Дистанция очень понравилась. Вот про костер первый раз вижу. Но костер все равно очень тяжелый. Как. Не с первого раза? Да, не с первого раза. Дольше и дольше получалось, все тяжелее разжигать. Вот я вижу уже костер, целый пламя там. Осталось только перегореть, но! Болельщики! Давай! Спартакиада детских загородных оздоровительных лагерей лета 2012 набирает ход, и сегодня апогей спартакиады. Спартакиада проходит очень весело, и мне очень нравится, что соревнования проходят непредсказуемо. Вадим, давай! Собралась хорошая команда, я думаю, против нас соперники тоже были вполне достойные. Поборолись, все было хорошо. Заняли первое место, постарались. Дистанция самая трудная, наверное, была палатка и костер. Остальное было, мне кажется, легко. Эмоции просто разрывают. Первое место, это же отлично. Нам очень нравится та атмосфера, которая царит здесь на соревнованиях. Атмосфера дружбы и взаимовыручки.